Эу! Привет! Мамке своей Эу покричи. Ты можешь не ходить за мной? Давай поговорим, Айгуль. У меня тоже чувство есть. Свободен. Я этого гопника первый раз вижу. Я вообще-то пришел объяснить. Какие моменты хорошие перематывать? Самый хороший момент. Пока. Что там с ней было-то по итогу, а? С Айгуль, с этой. Пока. Они с нее там расчехвостили. Айгуль где? Нормально, пацаны с чистыми должны ходить. Куда пошел? Айгуль! А наши девчонки чужим пацанам не дают. Ее не... Ты не пацан больше. Ладно, тогда я буду говорить. Ты делай вид, что не слышишь, пожалуйста. Не слышу. Все равно за Айгуль это еще. Поступила не по-пацански. Есть закон выше, чем пацанский.